Всем привет, с вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Песочный краб обокрал российского туриста на пляже. Отдыхавший на пляже Венесуэлы мужчина спрятал ключи от машины в небольшую дырку в песке, прикрыл их сверху камнем и убежал купаться. Спустя время турист обнаружил, что тайник опустел. Рядом не было ни души, поэтому подозрения пали на песочных крабов. Тогда бедолага взялся за лопату и начал копать. На глубине около метра он наткнулся на воришку, бесстыдно сжимавшего ключи в клешне. Животное явно было не в восторге от того, что его хитрый план раскрыли. С неохотой крабу все же пришлось разжать клешни и отдать добычу законному владельцу. Не обокрал, а вернул в родную гавань. Чайный гриб поможет колонизировать Луну и Марс. Специалисты космического агентства отправили на МКС чайные грибы, где их подвергли космическому излучению и ледяному холоду. Скептики посмеивались над чудодейственной силой скользкого нароста и, как выяснилось, напрасно. Спустя 18 месяцев гриб не только выжил, но и продолжил размножаться. А еще бактерии чайного гриба способны производить кислород, необходимый для дыхания космонавтов. Получается, что люди всего лишь транспорт для чайного гриба, стремящегося покорить всю галактику. Кабанчики организовали ОПГ по похищению картошки. Стая из 19 пятачков устроила рейд на огороды деревни в Ленобласти. Лесная братва никого не боится. Они ломают заборы и просто в наглую объедают людей. Жители шутят, что у них в кустах открылся портал в кабаний мир. Иначе объяснить такое число животных не получается. Как-то не так нам представлялась картошка с салом. На концерте в Турции Киркоров подошел к зрителям и выставил им свою пятую точку, чтоб они ее пошлепали. Помолодевший и постраневший после пластики Филипп рассекал по сцене в облегающем комбинезоне, и цвет настроения у него был игривый. Артист, судя по всему, так соскучился по сцене и поклонникам, что энергия буквально била из него ключом. Примадон так разошелся, что выставил свою переделанную пятую точку и предложил зрителям похлопать себя по ягодицам. Зрители на это с энтузиазмом откликнулись. Народный артист России, как-никак. На этом все. Оставайтесь с нами. У нас всегда интересно. Всем пока!